Здрасте, дорогие друзья! С вами, как всегда, Роман Уступин 2. И сегодня мы посмотрим открытый вестибюль станции метро Пионерская. Вот, буквально она сейчас открылась. Вот, это памятник каким-то пионерам. А пахнет... Пахнет как метро. Как я давно тут не ходил. Тут же и пассажирам удобнее. Это все было закрыто, и им приходилось обходить вот туда, в тот вход. А я не помню, чтобы тут кассы были. А тут двери открываются автоматически. Вот так вот. Даже двери новые поставили. Вот это вот пространство было закрыто. Тут еще забор был. В принципе, она и не изменилась. Ну, кроме того, что тут рекламы нет. А так, ну, в принципе,